Шеф-повар Максим Григорьев. Хачапури по-мигрельски. Мигрелы – субэтническая группа грузинского народа. Мигрелы издавна живут в соседстве с другими грузинскими народами и в настоящее время составляют единую культурную и национальную общность. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты – тесто. Кефир 200 мл. Масло сливочное 80 грамм. Мука пшеничная 430 грамм. Сахар 1 столовая ложка. Сметана 140 грамм. Сода 0,5 чайных ложек. Соль 0,5 чайных ложек. Ингредиенты начинка. Кефир 200 мл. Масло сливочное 80 грамм. Мука пшеничная 430 грамм. Сахар 1 столовая ложка. Сметана 140 грамм. Сода 0,5 чайных ложек. Соль 0,5 чайных ложек. Начинка. Сыр сулугуни 300 грамм. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Для хачапури по-мергельски возьмем сыр сулугуни, масло сливочное, сметану, кефир, муку, соль, сахар, соду, яйцо для смазки, или желток. Шаг 2. Для приготовления теста для хачапури по-мигрельски, нужно в миске смешать кефир 200 мл, сметану 140 грамм, всыпать сахар 1 ст, ложка, соль 0,5 часа л и соду 0,5 часа перемешать и оставить на 5 минут. Шаг 3. Влить растопленное сливочное масло 80 грамм. Шаг 4. Всыпать муку и замесить мягкое тесто. Тесто слегка липнет к рукам, но забивать его мукой не надо. Оно получается, как дрожжевое, послушное и слегка жирное. Шаг 5. Оставить тесто на время, пока готовится начинка. Шаг 6. Для начинки следует всего лишь натереть сыр сулугуни 300 грамм на терке или пропустить его через мясорубку. Ничего больше в него не добавляем. Шаг 7. Тесто разделить на второй части. Можно первая часть взять побольше, вторую – чуть поменьше. Раскатать большую часть в круглую лепешку. Шаг 8. В центр выложить почти всю сырную начинку 200 грамм, оставив 1/3, 100 грамм часть для посыпки. Шаг 9. Собрать тесто с краев к середине, сделав узелок в центре. Узелок я не обрезаю, а распределяю его равномерно, приплющивая тесто руками. Шаг 10. Аккуратно раскатать тесто с начинкой, стараясь не порвать. Чтобы не было пузырей, лучше заранее постараться выгнать воздух, еще при защипывании. Шаг 11. Перенести пирог на противень, выложенный пергаментом. Поверхность смазать яйцом или желтком. Шаг 12. Верх также засыпать сыром. Поставить выпекать при 190 на 20 минут, пока не зарумянится верх. Шаг 13. Готовый хачапури по-мигрельски получается с хрустящей корочкой и мягкой начинкой. Лучше сразу его нарезать. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.